Грибная сеялка. Смотрите, какой у меня самолетик! У тебя что, ребята? Видите, какой у меня красивый! Да, и теперь он мой! Отдай, Брэд, отдай! Ни за что, Лу! Верни! Отними! Я царь самолетиков! Запуск! Он залетел на склад. Там темно и страшно. Жуть. Я пойду. Трюфель, Лу, идите скорее сюда. Я кое-что нашел. Это метелка. Мой меч. Вот так. Можно мне? Дай посмотреть. Мечтай, Лу. Моя очередь. Нет, ни за что. Надо делиться, ни за что. Она моя. Трюфель. Попробуй отними. Трюфель. Скажи волшебное слово. Все, она моя. Брэд, вернись, отдай метелку. Нет, это мой меч. Ты его не получишь. Отдай метелку. С этого ракурса просто идеально, гениально. Сам себе поражаюсь. Что здесь происходит? Господин художник, мы нашли эту метелку на складе. Метелка для пыли? Очень кстати, я как раз хотел навести порядок в студии. Пора это сделать. И там, и тут метелкой я пройду. Мечта моя, очистит все она. Сверкает мой шкаф, как новый этот стол. Талантлив я во всем. И там, и тут метелкой я пройду. И в мастерской порядок наведу. Как дела, Ласка? Там такой сильный дождь. Эпсилон, ты обзавелся метелкой для пыли? Я взял ее в студии «Радуга». Верну, как только закончу с уборкой. Боже мой, что это? Откуда эти грибы? Картина досталась мне от дедушки. Но гриб не то чтобы испортил ее. Он придает пейзажу определенный шарм. Просто удивительно. Еще грибы. Они идеально вписались в композицию. Невероятно. Они раскрыли то, что я и не мыслил изобразить на холсте. Но как это возможно? Да, это волшебная метелка! Это... Что здесь происходит? Почему везде грибы? Это какое-то безумие! Как странно! Эпсилон, что здесь происходит? Ласка, успокойся, успокойся. Я знаю, что происходит. И что же? Смотри. Посмотри сюда, туда, оглянись. Ты заметишь, что грибы появились там, где я прошел с метелкой. О чем это говорит? Но как из-за метелки могли вырасти грибы? Я сейчас не об этом. Дело в метелке. Все, чего она касалась, поросло грибами. Это чудо. Это метелка. Замечательная вещь. Не вижу ничего замечательного. Серьезно? С этой метелкой я смогу показать грибной фокус. Я стану Эпсилоном Великим. Вы слышали о сокровище? Сокровище?
Правда? Волшебная метелка? Говорят, метелка, сеющая грибы, все еще у Эпсилона. Мне об этом сказал парикмахер, друга, брат моей жены. Все только и говорят, что волшебные метелки, которые все превращают в грибы. Метелка? Все превращает в грибы? Надо всем об этом рассказать. Странник, тень! Вы слышали новости о сокровище зодиака Вэй? Это уже не новость. Значит, вы уже знаете. Конечно, но это всего лишь... Я в это не верю. Метелка, которая превращает в грибы все, к чему прикоснется. Это я должен увидеть своими глазами, прежде чем поверить. Думаю, это можно устроить. Смотри, эта метелка здесь. Так это и есть легендарная... метелка? Потрясающе! Да, это та самая метелка. Она уже не у Эпсилона. Теперь она собственность моего заведения. Тень, это просто невероятно. Да, это точно. Я просто хотел прикоснуться к волшебству. Ты бессердечна. Прикоснуться к волшебству? Когда ты в последний раз это сделал, на бар страшно было смотреть. Я делал уборку, как ты сказала. Ты называешь это уборкой? Весь бар порос грибами. Поэтому тебя к этой метелке я не допущу, негодная обезьяна. Ну и ладно, моя фляга мне дороже. Моя фляга, тень! Что ты задумала? Верни мою метелку! Я ее не брал! Защитник? Я скоро ее верну! Теперь у меня есть замечательная метелка! Я могу везде, где захочу, вырастить грибы! Эта сосна хороша, но с грибами будет смотреться гораздо лучше! И этот камень. И куст. И цветок. Я все украшу грибами. Только я буду знать, что здесь было раньше. Любой удачный поход по грибы начнется с маленького шага. И этот шаг положит начало массовому огреблению наших земель. Там защитник, скорее, ловите его! Ты окружен! Защитник, отдай мне метелку, я первый ее увидел. Говоришь, первый увидел? Эта метелка, раз она была найдена в Зодиаквей, должна находиться под моим присмотром. И не надейтесь, теперь она моя. Стой! Вернись, защитник, немедленно отдай ее мне. Метелка нужна мне для фокусов. Для фокусов? Какая скукотища. Эта метелка необходима для создания шедевров живописи. Она поможет мне написать самые гениальные картины всех времен и народов. Стой! Приготовились! Я вижу цель! Мы готовы! Хотите метелку? Идите и возьмите! Натягивайте! Маленькие хитрецы. Отличная работа. А теперь за дело возьмется мастер. Посмотрим еще кто кого. Скорее, бежим! Она наша! Да? Да? Нет, стой! Мои когти! О, мои копыта! Метелка! Мои холсты! Почему они все покрылись грибами? Не может быть, волшебная метелка утонула в реке. Тогда откуда все эти грибы? Почему повсюду снова грибы? Значит, они никак не связаны с метелкой? Слушай, чародей, ты ведь у нас как-никак ученый. Может, объяснишь, что здесь происходит? То, что повсюду появились грибы, никак не связано с метелкой.
Видите ли, этот год оказался самым влажным в нашей истории. И все деревянные предметы впитали столько воды, что на них выросли грибы. Что? Кто бы мог подумать? Я не могу.